Всем привет! Мы выезжаем на Франкфурт. Пока собирались галопом, в общем, ничего не снимала. Мы с мамой с утра еще сбегали в магазин. То, что Вове не подошло в Циунта, мы вернули это все. И я еще себе подобрала пару вещей. Ну, уже потом в следующем влоге увидите, какие вещи. Сейчас мы разделились, мальчики и девочки. Мы с мамой будем в машине у мамы. А Витя с Марселем у них, короче, вон там. Все, мы сейчас будем за Витей потихонечку. Нам ехать, навигатор показывает 2.20, ну, плюс-минус 1-2 паузы, может, около 2,5 часов. Приглашены мы на 6 вечера в ресторан у нашей тети Лиды, будет 50-летие. Вот, мы взяли красивый букет, с мамой выбирали, вообще шикарный, потом вам покажу. Я сделала подводку, ресницы еще не красила, думаю, на месте, когда уже платье одену. Вот. Так что, ребят, поехали мы с Богом. А мы Витю догоняем и перегоняем. Едем по туннелю, короче. Мама у штурвала. Я говорю, мама у штурвала сегодня. Я с мамой еще так далеко не ездила. Классно. Мужчины отдельно. Где-то там. Витя сзади. Видите, едет. Вижу, что Марсель спит. А мы с мамой едем, едем. Думаю, Витя впереди, а он раз и сзади. Марселька спит хорошо. Но нам остался 1:28. Пока без паузы едем. Небо чисто, чисто, но с утра был сильный дождь. Сильный дождь, мы думали, что всю дорогу дождик будет, но нет. Это кто там сидит? Знаете, как они нас обманули? Сейчас расскажу. Разминочка. В общем, почему Витя оказался сзади? Да потому что они нас ехали на парковку, потому что там стена стояла. Мы проскочили, они решили нас с Марселем, короче, обмануть. И за нами выехали. Я и была уверена, что Витя впереди ехал. Ну, в общем, мышата. А я еще не уверяла, мы теперь их доедем сами. Да. Конечно. Кстати, у нас курточки на нас теперь, это мамин подарок. Мама же нам деньги дарила. Вот Витя в том году, он себе купил курточку. На мамин подарок получается. И мама мне дарила, я решила вот две куртки все-таки оставить. Так что подарок от мамы нам. Мы приехали, мама паркуется, дядь Саша нас встречает, и Витя ищет место, он, наверное, сейчас сюда залезет. Спасибо, мама, дорога была отличная. Ага, да. Где Саша командует, короче, куда? Туда, у него свои места, да, здесь. Здесь во Франкфурте тяжело с местом, ну, как с парковкой. Хорошо, хорошо встали, да. Хорошо, вот маленькая, как машинка, все равно габаритная, раз, и влезли. Все, пойдем мы домой, потом увидимся. Наш мальчик. Ну, конечно, ты шпорт всегда будешь делать. Смотрите, мы готовы. Это наш именинница. Мы на той поедем? Красавица. Ладно, да. Мы поедем на той машине. Хорошо, езжайте, да? Давайте. Да, дядя тоже готов, тетя готова. Мама наша красавица тоже готова. Муж любимый готов. Готов. И еще сейчас готов. Витя покажет, как я. Скоро да. Будет готов. И я тоже готов. Мы одели курточку, потому что назад будем идти пешком и будет прохладно. У нас здесь цветочки, поэтому мы едем, в принципе, на машине, потому что, ну, букет большой сейчас, и мы уже по времени прям вот, прям впритык идем, поэтому решили в ресторан поехать на машине, а оттуда уже мы потом пойдем пешком. Ну, это километра, может, 2 отсюда, но все равно. Лида мне придумала, смотрите, как хорошо, это моя именинница. Мой браслет вколола мне в волосы. Прикольно смотрится. Ну как украшение само, потому что у меня на руке совсем другой браслет. Вот, ну что, все, поехали мы. Немножко погуляем, отпразднуем и отдохнем. Марселик будет букет нести и тете Лиды дарить. Кристина стоит и думает. Данк еще. В комнате все. Молодец. Ой, данк еще.
вот так накрыть стол. Я сильно высоко поднимать камеру не буду, потому что, ну, не все хотят попадать в кадр, да? И будет как бы шведский стол, да? Видите, как красиво. Наши мальчики. И горячее будет блюдо стоять в уголочке немножко. Здесь отдельное помещение, здесь есть гардероб, и мы можем снять маски. А сюда проходили в масках, видите. Все с подогревом здесь расставляют. Мы сейчас долго смеялись, потому что нам принесли стопочки под водку. То есть, ну, они так удивились. Мы спросили, есть ли у них стопочки. Они сказали, извините, нету, только вот такие бокалы. А я перед этим хотела сказать, первую стопочку будем, первую полную. Смотрите, какую стопочку, да? Ты хочешь, чтобы мы стопочки не сделали? Короче, так. И все-таки они нашли, смотрите, рюмочки. Говорят, нету, все есть, только нужно хорошо поискать. В общем, нашли рюмочки. И вот если, да, сравнить стаканчик, рюмочка отличается. Мне понравилось, как оформлено, смотрите, закуска. Здесь грибочки и сырок, колбаска. В общем, вкусняшки. Чтобы Витя был где-то в игре, это вообще редкое явление, ребята. Окей. Витя у меня самый красивый, да? Да, мама. Das ist unser Spiegel. Das ist die ältere, die Marfuschenka. Старшенькая Марфушенька. Die Настенька. Средняя Настенька. Das ist die jüngste, die Аленушка. Аленушка, Витечка нас. Три сестрицы скромно встали и поклон царю отдали. Государь был холостой, хоть уже не молодой. Царь оглядел девиц, да призадумался. А младшая Аленушка тоже не выгодила. Вышла на середину, поправила прическу, набрала полную грудь воздуха. Это наш. И сказала: возьми меня. Возьми меня. Царь решил не сомневаться и с Аленкой обвенчаться. Совет да любовь. Совет да любовь, точно. Обвенчаться. Под ручку. Марсель, говори, ну, вот себе спокойной ночи. Все нормально, да? Да. Спокойной ночи.